И начнем выпуск с резонансного происшествия в центре города. Сегодня в половину шестого загорелся дом Русова. Наша корреспондент Анастасия Левкович с самого начала инцидента дежурила на месте событий. Она с нами на прямой связи. Анастасия, расскажи, что произошло в доме Русова? Почему он загорелся? Тебе слово. Да, студия, мы сейчас находимся возле дома Русова. Здесь 20 минут шестого начался пожар. В доме на момент пожара пребывало двое бездомных, они успели выбежать. По их словам, в доме остается еще один человек, но эту информацию пожарные не подтвердили. Мы продолжаем оставаться на месте событий, будем информировать вас о самых свежих фактах о пожаре дома Русова. Студия. Спасибо, Настя. Напомню, Анастасия Левкович дежурит на углу Дерибасовской и Преображенской. Там горит дом Русова. Напомню, этот объект стал предметом жарких дебатов и на этой неделе. Вновь заговорили о необходимости его реконструкции, и вот он загорелся. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.